Так, доброе утречко. Собираемся на атом Коскон. Время 6 утра, я встала в 5:30. Сделала тон, линзочки, я сейчас соберусь, мне в 6:45 уже выйти надо. Какая прекрасная погода. Да, ничего не видно, но ничего страшного, зато его. Да. Что это за гопник? Короче, иду к метро. Оценить лук от 1 до 10. Приехали роллы. Сейчас буду жрать. Будем снимать Гавану. Вот такая очень милая Кеклин. Всем привет! Такой прекрасный Денису. Каким номером? Боже мой, 230-м. Скоро уже. Очень скоро. Мне очень стрёмно. Пожелаем удачи, Кеклин. Спасибо большое, тебе тоже. Спасибо. Прекрасный клуб. Какой у тебя красивый камер. Да, будет выступать. Да, столько лет подряд уже в этой Харли. Просто нормальный косплей. Готовят каждый новый косплей для каждого нового фестиваля. Ждем победу. Ждем победу. И я просто... Все, спасибо. О, shit. Here we go again. Решили очень классный лук Амос. Упаковка, упаковываемся. Вот так вот и живут косплееры. Фотозона, прекрасная фотозона. Бывает, все бывает. Так мы и живем, в принципе. Прекрасный ДК. Дети. Прекрасно, все шикарно.
пойдемте к звездным защитницам. Звездные защитницы. Прекрасная звездная защитница Визара. Друзья. Вот такая милашка. Расскажи. Хорошо рассказывать. Мы выступили. Хорошо. Я все вижу, да? Как похорошел алюмин при Путине. Аитер, какой итер. Ай. Ты ударил меня по голове гитарой. Ты ударил меня по голове гитарой? Александра. Скоро обед. Обед скоро. Подожди. Скоро перерыв. Эко. А начал за полтора месяца. Это новое видео. Джинкс. Ай какая. Ой, мужчина на фоне. Маме, которая тебе. Давайте два врага. Ударь ее по голове гитарой. Сейчас я тебе как дам гитару. Давай это просто засунем, не? Не засовывается. Самоубийство. Это что, креветка? Давай, подожди, мама, я не хочу. Мама, не надо. Дядя, не надо. Дядя, не надо. Не надо, дядя. Дети, не ругайтесь. О, да. Это? Привет. Что она там говорила? Рогетти, скелетница вот эта вот. Дарим этого человека, который смог поснимать для меня байки. Ты попадешь в влог. Добрый день, мне очень приятно. Спасибо. Все, да? Еще одна я. Там же есть еще одна. Где она лучше меня? Сейчас. Ой! Нормально! О, Лёха, нормально! Отлично. А! Нормально, говорю, все! А-а-а! Нормально! О! Выглядит, как будто их просто кинули. Прекрасный человек, весь день фоткает всех ребят, вот это просто вайн. Если что, приходите к нам в студию. Вот, так просто... можете подписаться на меня. И на ног. Это прекрасная дама, помогала мне с дефиле. Благодарим ее всех. Это мой любимый персонаж, я не могу, я люблю ее. Все мои 5 подписчиков должны поблагодарить этого человека, что мое дефиле состоялось. Спасибо. А вообще классная, красивая дома. И вот это тоже дома очень красивая. Все красивые. Осталось 1.5 минуты на запись, пока память не закончилась. А фестиваль очень классный, очень, мне прям очень понравилось. Лес, природа, ДК красивый. Да, маловато внутри всяких фичи, ярмарок. Фичи, я просто пытаюсь не в засвете быть. Не хватает фичи ярмарок, а программа быстренько, но фестиваль очень атмосферный и классный, прям вау. Мы удалили Геншин, 45 минут лишний появился. До этого было 1.5. Геншин, у меня вопросы. Хуёверс. Так, первый раз выступала, рассказывай. Да,
что рассказывать. Вышла, чуть не упала в обморок от страха. Короче, я очень сильно поторопилась. И я вот это вот движение, короче, начала делать раньше, чем нужно, чтобы потянуть им время. Я просто его дольше делала, типа, чем надо. Вот, и дальше все пошло уже нормально. Да ничего, нормально. Ты привыкнешь, привыкнешь. У нас обратный отсчет. Нам осталось жить 9 минут. Молодец. Покажи таймер. Будет слышно. Молодец. И опять без помады, да. Не, не надо было стереть. Я уже все растрепалась тут. Меня похвалила Фрея. Которая сидит. Вот эта, кстати, которая в Белоснежке? Да, и меня. Которая у нее темные такие волосы. А меня, которая в Белоснежке. Она такая. Было очень круто выступление. Да, да. Блин, я обожаю выступления, которые с какими-то приколюхами. Вот лайфхак от Харли. Ребята, если вы не можете придумать какой-то там супер крутой дефиле, просто добавляйте мемов, приколюх, вот что-нибудь такого прям до абсурдного. Добавьте много движений, больше. Да. Чем больше кипиша будет на сцене. Движение — это понятно, но вот кипиш движение еще чуть-чуть ржачнее, чтобы все таки... Я не сижу в контакте, потому что я сижу. Спасибо, замечательное выступление.